взял и поехал. Всем привет, ребята! Вы смотрите канал «Взял и поехал». И это не прикол. В ходе данного ролика я покажу вам авиаперелет прямо из технической зоны самолета, куда обычно доступ открыт только стюардам. Как так произошло? Все просто. Авиакомпания продала 5 лишних билетов на мой рейс, и меня предупредили, что я вовсе могу не полететь. Но в итоге мне выдали место в компании молоденьких стюардесс. Ну, конечно же, я не стал спорить, ведь надо же как-то снять для вас прикольный выпуск. Начну с важного преимущества. Здесь очень просторно. Обычно колени где-то упираются вот на таком расстоянии в следующее кресло. У меня очень длинные ноги, поэтому здесь грех жаловаться. Но когда стюардессы готовили еду, работали с этими ящиками, я, конечно, очень сильно мешался. Мне пришлось встать и забиться в угол, подождать. Предложили мне еду и покормили меня тоже самым первым. Правда, вот не каждый человек дотянется с этого места, где я сижу. Поднос положили просто на рабочую зону, где они делают свои дела. Здесь, конечно же, для пассажиров ничего не предусмотрено, вроде столика. Я попросил кофе, но кофе находится в носовой части самолета, а мы в хвосте, поэтому кофе я как раз попью последним. Ваш кофе, сэр. Плюнул в него? Прямо в кабине пилота? Да. И такое бывает? Бывает. Нет, это опасно. Нет. Да. Важный для меня минус в том, что здесь очень маленькие окошки, а я очень люблю смотреть в окно. В эти же иллюминаторы помещается только камера, поэтому вы увидите намного больше, чем я. Мой багаж, а у меня пакет из duty free и рюкзак, уместился в тот ящичек. Ящичек выглядит маленьким, но реально туда уместилось довольно-таки много моего багажа. Изобретателям Airbus удалось придумать довольно вместительные ящики. Я куплю 10 таких самолетов! 10 самолетов я покупаю! А что вы? Еще я занял сразу два места. Обычно здесь сидит два стюарта. Лавочка вот так откидывается, чтобы она не мешала. И тут более хитрые замки и ремни. Сверху вот так вас еще подстраховывают. Я бы разобрался и сам, но стюардесса любезно решила меня пристегнуть своими руками. У кого ремней нет, обнимите покрепче. Как-то по внешнему моему виду догадались стюардессы, что я не очень адекватный человек. Ожидать можно от меня чего угодно. И меня перед взлетом попросили вообще ничего здесь не трогать. Но на самом деле жить охотой я бы этого не делал. К аптечкам, кстати, я тоже ближе всех на борту. Конечно, спокойнее было бы, если бы это парашюты были. Вы что? Она не откроется просто так, да? Ну, то есть силу еще надо выдавить, да? Силы. А, невозможно, потому что разница давления очень большая. Да, да, да. Обалдеть. Рядом со мной два туалета, но это, кстати, никак не мешает, не как в плацкартном вагоне поезда.
последним я покинул самолет. В следующий раз буду мечтать о том, чтобы попался пилот, который пускает в кабину. Тогда мы с вами еще один классный ролик запишем. Вам всего хорошего, подписывайтесь на канал. Пока! И выключение светового табло пристегнуть ремни. Командир корабля «Экипаж» прощается с вами. Желаем вам всего доброго и надеемся увидеть вас вновь с пассажирами авиакомпании «Флэйон». Мы сели, сэр! Дринкинс! Сплюньте! Дринкинс! Да, сэр!